Че, ребятки, решил я скоптить сам мяско в таком вот шифонере, блядь, старом. Короче, под крышей. В старом сарае, короче. Сейчас смотрите, короче, какой у меня процесс-то там. Короче, сделал просто вот такое вот ведро. Поставил, чтобы не загорелось. Там повешал мясо, разжег. Короче, щепу. И оно мне тлеет. Задыхаюсь, сука. Ну, короче, ребятки, всем привет. Продолжение копчения. Я вам покажу после копчения, ну и в процессе, после того, как первая закладка щепы прогорит. Я, короче, не знаю, сколько по времени нужно примерно холодного копчения коптить. Но вот вы видите же, кстати, что вот интенсивно сильно дымит прямо. И температуры там сильно нету. Мясо, короче, выветренное, провяленное, просоленное. Может, кто-то что-то знает. Подскажите примерно, сколько часов нужно коптить. Но я надеюсь, что не двое суток, как вот некоторые коптят, вот видосы показывают дымогенератором. У дымогенератора не такая интенсивность задымления, как у меня просто сейчас щипа, и на улице ветер такой прямо классный. Вообще дует все, выдувает там прям такой густой желтый дым, ребятишки. Давайте, профессиональные коптильщики, подсказывайте. Ребятки, пожалуйста, поделитесь этим видео, ссылочку скиньте друзьям, может кто-то откликнется, подскажет то, что вот... У меня буквально 5 часов до темноты осталось. Стоит ли мне продолжать коптить в ночь или не стоит? Давайте, короче, жду. Ну вот тут вот помимо того, что вот через вот эти дверочки выходит дымок, я вот здесь сверлом перьевым, короче, просверлил отверстия вот такие вот. Видите, с него дымок так вышпендивает. Вот. Классно как получается, ребятки. Давайте, ждем ваших ответов. Ставьте лайки, делитесь. Разжигал вот это все дело вот этой вот горелочкой, ребятки. Вот, копчу я первый раз так. Приготовил ведро воды на всякий случай, если шифонер загорится. Потому что как бы костер в ведре. Ну, можно сказать, что там нету огня прямого такого. Там получается, что шает получается. Но все-таки я боюсь, что могут искры вылететь и шифонер загорится, короче, ребятки. А применяю я вот такие вот дровишки, короче. Вот. Это, короче, ранеточка у меня. Лобзиком напилил, нарубил на такие вот полетки. Классно горит, короче, высушено классно вообще, ребятишки. Ребятки, шифонер-то шифонером. На улице, короче, 5 градусов тепла. Даже 4, наверное. А у меня в коптильне получается 35. Уже вот к 36 подлазит, блин, ребятишки. Прям классненько. Даже уже 37, ребятки. Это на улице вот так я подставил просто к этому отверстию. Видите? Дымок отсюда он охлобучивает. И херачит. Смотри, уже нормально показывает. Уже нормально показывает вон. Уже под 40 градусов. Смотри, видишь? О, уже почти 40 показывает. Думаешь? Конечно. Вот 40 показывает. Ты чё? Уже 40 доходит. У меня даже термометра этого не хватит. А во внутри-то больше всяко. Сделал, короче, вот такое технологическое отверстие. Удлиненное. Градусник туда залез. Но на улице полежал, он опустился до естественной температуры. Уличной. Сейчас поднимется, короче. Вот видите, уже столбик поднимается. Ну, сам градусник примерно будет 45-52 где-то показывать тепла. Вообще шкала как бы. Сейчас посмотрим, докуда дойдет. Уже 27. Вот. 27, да? Вот, уже 30-ка почти. Сейчас смотрим. Ребятушки, попробовал, короче, мяско. Оно стало мокренькое почему-то. Ну и вкусненькое уже такое становится, как бы дымком пахнет офигенно.
Сколько было? 30... А, 40 было почти, да? Сейчас посмотрим, как-то она долговато идет. Ну, может быть, щипа у меня там тухнуть начинает. Может быть, и нет. Наблюдаем. Наблюдаем. Ну, это прям слышно, что фанера нагрелась-то. Идет, непонятно. Стоп, сейчас посмотрим. Да, поднимается. Видите, уже 35. Шпаривает. Вот уже 36 идет. Температурка нормально идет. Ну, сейчас паузу поставлю, чтобы вам сильно не смотреть долго. Ебануться, ребятки. Я, короче, сейчас случайно кусочек досточки отломал. А там двухвостки, блядь, сидят. Пиздец им сейчас будет. Сколько? 2, 4, 6, 8, 10 штук. Но эти двухвостки, ребятки, не в коптилке были. В другом месте. Короче, 45 градусов показывает. Нормалек, короче, вообще класс. Огонь, короче. Сделал еще вот такую закладку. Все, короче, начинаю коптить дальше. Короче, ребятки, коптил 1:15. Вот видите, дымок-то у меня заканчивается. Поэтому у меня такой процесс, ну, по температуре. Вот все, у меня тут висит. Мясцо, короче. С ведра вот такие вот масла вытекают. Видите? Ну, как бы нормально там уголь. Видите? Уголь там видно. Сейчас выключу фонарик. Видите, прям уголь. Сейчас крышку подниму, туда хера. Короче, ребятишки. Без 15 минут 4 часа копчу. Так, закладочка у нас там задымляет. Мясцо такое вот. Классненькое. Что, пирожки есть? Вот, ребятки. Позвонил дяде, говорит, в сутки точно надо коптить. Короче, пожарная безопасность абсолютно стопроцентная. Нихуя не греется. Ничего не искрит, ребятки. Вот. Бачок не нагревается. С ведра искры не вылетают. Короче, все чики-пуки. Сейчас попробую добавить туда еще щепоти. Сейчас посмотрим, что там у нас в ведерке. Вот, видите, затлевает все. Классно все. Температура 40 была. Вот, ребятки, короче, полдня этот кусочек уже пробую. Ну как, 4 часа 15 минут. Это. Пробую его. Видите, вот так как бы получается. Коптится уже. Такая вот хернюшка выходит у нас. Вот. Ну, как бы уже можно сказать, что вкусненько все. И дымком пахнет, и солено, и перчик, как бы. Края как бы у нас провариваются. Ну, температура сейчас в среднем 36 градусов. Вот, ребятки. А так, вообще, обалденные кусочки. Вкусненькие. Ну вот, ребятки.
Короче, 4 часа 30 минут копчения. Молодец. Ну что, ребятушки, прошло 4 часа 15 минут. Температура, блядь, что-то у меня подскочила. 53 градуса. Сейчас заглянем, что там у нас. Открываем шкаф. Короче, вот такая у нас хуйня. Температура у нас шпарит. Но, видать, угли остались там одни. Получается, мяско у нас уже вот в таком вот видосике. Ребятюли, пускаем слюни нахер, кто еще не пускал. Вот. Любителям дичи. Вот. Думаю, всем аппетитно все это смотрится, друзья. Вот. Жду не дождусь, когда она скатится нормально. Сейчас попробую открыть ведро, посмотреть, что там. Скорее всего, еще добавлять будем. Но мяско такое как бы подсохшее. Вот здесь еще, видите. Вот так. Носом настрою. Маленечко сачок такой. Ну это как бы ничего страшного. Я так думаю. Здесь вот, в принципе, у нас вот так вот все закапчивается, друзья. Проволочка у нас уже пожелтела. Как бы это. Здравенько все смотрится, друзья. Сейчас откроем, посмотрим, что со щепой делать. Видите, какие угли. Получается, у нас дровишки след натянули. Сейчас мы добавим сюда, друзья, еще веточек. Температура 50. Но это, наверное, потому что угля дохуя здесь у нас получается. Сейчас палочкой вот так подмешаем. Так. Прикрутим его. Загорелось, блядь. Ну, это ничего страшного, сейчас потушим. Сейчас кинем туда дров. Догоним. Ну, это как я думаю. Не темнело. Углей ведро почти. Они ушаивают. Ну, может быть, потому что у меня обычно по пол ведра было тут сегодня. А тут я решил побольше захуярить дровишек и более такие сухие, прям трухлявенькие. Уже талину добавляю. Короче. Как-то так. Ну, вот сейчас не дадим ей разгореться. На крышке вот такой уже налет. Пальчики обжег. Ничего страшного. Сейчас крышкой так. Чик. Ух, закрываем. Крышечку. Видите? Искры как бы не выходят сюда. Ничего не нагревается, стеночки. Стеночки у нас не нагреваются, ребятки. В следующий раз буду, когда коптить, я поставлю сюда градусник. Ну, за ведро-то ясно, понятно, не возьмешься, угли-то там есть. Вот они. Вот. В этом уровне угли. Ну, все, друзья. Один кусочек я уже сточил. Видосик есть, короче. Посмотрим. О, какой она. А, вкусная. Вот наш градусник как торчит. Видите, уже подкоптил, блин. Ладно, все, друзья. Открываем, сейчас я вам градусы покажу. Хотя градусов не толку смотреть-то. Вот так закрыли. Подходим к градусам. Только что вы видели, сколько было. 53 было. И теперь у нас упала эта вся хрень до 23. Хочу вам, друзья, вот такую лунишку показать. На чуть-чуть улицы. Такая грязь. Солнышко там у нас село. А вот, короче, два прошлогодних леща копченых вывешал. Может, кто заберет, по улице пойдет. Не хочу я их уже есть. Че, друзья, не прошло 5 минут даже. Уже температура 31 градус. Поднялась. Ну, конечно же, дымок выходит. Ну вот, друзья. Спустя
почти 6 часов. Первая партия на сегодня хватит. Коптить. Не стал свет включать, короче. Обычным фонариком посветить решил. Зарядка в телефоне села. 5% осталось. Ну, так нормально. Ну, короче, думаю, ребятки, еще завтра подкоптить. И будет ништяк. А сегодня пускай уже в кладовочке отвисится. Ну что, друзья. Скажу я вам так. 6 часов копчения — это самый раз. Больше я даже и не буду коптить. 7 часов, 8 там. Температура в среднем была от 33 до 49, там 53. Вот так вот поднималась у меня температурка. Мяско вообще офигенное получилось, короче. Вот сахатинка, лосятинка. Так что вот, друзья, я вам скажу, что холодного копчения не обязательно коптить очень долго, как по двое суток некоторые коптят. Достаточно и 6 часов. Мясо было очень хорошо просолено, на солнце провялено 8 часов. И примерно дня 4 оно висело у меня в тени, обветривалось. Вот, так что, ребятки, это финальное видео. Вот, видите, оно вот такое вот получилось, вообще классно, блин. Я даже не завидую вам то, что вы не можете это попробовать со мной. Так что вот, ребятки, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видеороликом. И приходите пить чай с вареньем малиновым. Все, друзья, до новых встреч, до следующего копчения.